Не успел, как говорится, я одно закончить, так он уже поперлись. Ребятки, зверятки. Чуморк у него очень хреновый. Подморк это не подходит. Подморк надо, скорее всего, будет за этим помещением стоять еще одно помещение. Очень сильно прогадал я как-то с моргом, надо его по-другому конфигурировать, потому что когда двери открываются, температура тут моментально, короче, просаживается. Это очень отстойно. Так, ну у меня почти все ловушки не работают. Ладно, посмотрим, что мы сможем выдержать. Для начала. Не знаю. Половина ловушек не работает, это не работает. Надеюсь, несколько человек сдохнут, они успокоятся. Они уже убегают. Да? Да ладно вам. Не делают вообще. Я вот что-то понять не могу. Дебил. Ой-ой-ой-ой. Да. У них, по идее, должно быть с собой хорошее оружие. Пожарные топоры стали. Ладно, вещи. Ничего интересного этого, тоже ничего интересного. Ну, блин, как-то так. Пришла ко мне осада. Что-то какая-то непонятная осада. Так, надо сразу будет сейчас все заделывать. Песчаником, наверное. Кстати, песчаник почему-то крепче, чем сталь. Походу, сталь весь прикол в том, что она быстро строится, но материал, походу, дело говно полное. Помните... Тут последнее нападение, там чертяка пытался куда-то докопаться. И мне вот стало интересно, куда он там пытался докопаться, я прокопался сам. В итоге я нашел помещение, куда приземлился десант. Ребята, я вам скажу, здесь силовыми щитами. Я даже не знаю. Было бы, конечно... Ох ты, слушайте, ко мне такая братва-то идет, блин. Палец в рот не клади. Ладно, давайте попробуем, чтобы они тут у меня на ловушках сдохли. Я, правда, не уверен, что из этого что-то хорошее получится, в принципе, в целом. Так, что они мне, получается, тут скинули? Так, М79 нормальная. Фигня. Здесь у тебя что? Так, лазерпади. Нифига интересного. О, шлем силовой брони неплохой. Так, у тебя... Ничего интересного. Что за оружие? ГГ. Я даже не знаю, что это за хрень. Браунинг, знаю, М19. На основе, правда, ну да ладно. Так, у тебя что интересно? Пибой. КЗ, пусть мои ребята сами хотят, как одеваются. В общем-то, вот такие вот ребята пришли. Слушайте, это хорошо, что я проход открыл. Если бы я его не открыл,
Да, кстати говоря, если бы я не открыл этот проход, они бы начали долбиться ко мне. Ой, было бы мне весело. Ладно, главное, они не долбились, и все хорошо вышло. Даже разжился нормальным оборудованием более-менее. Помните, тут последнее нападение? Там чертяка пытался куда-то докопаться. И мне вот стало интересно, куда он там пытался докопаться, я прокопался сам. В итоге я нашел помещение, куда приземлился десант. Ребята, я вам скажу, здесь силовыми щитами. Я даже не знаю. Было бы, конечно. Ох ты, слушайте, ко мне такая братва-то идет, блин, палец в рот не клади. Ладно, давайте попробуем, чтобы они тут у меня на ловушках сдохли. Я, правда, не уверен, что из этого что-то хорошее получится, в принципе, целом. Так, что они мне, получается, тут скинули? Так, М79 нормальная. Фигня. Здесь у тебя что? Так, лазерпади. Нифига интересного. О, шлем силовой брони неплохой. Так, у тебя... Ничего интересного. Что за оружие? ГГ. Я даже не знаю, что это за хрень. Браунинг, знаем, 19. На основе, правда, ну да ладно. Так, у тебя что интересно? Пибой. КЗ, пусть мои ребята сами хотят, как одеваются. В общем-то, вот такие вот ребята пришли. Слушайте, это хорошо, что я проход открыл. Если бы я его не открыл... Да, кстати говоря, если бы я не открыл этот проход, они бы начали долбиться ко мне. Ой, было бы мне весело. Ладно, главное, они не долбились, и все хорошо вышло. Даже разжился нормальным оборудованием более-менее. Ориентировочно подъехало мясо, но вот непонятно какое. То ли я мясом стану, то ли они гидролизки. Я не помню насчет гидролизков. Они вообще на капканах-то умереть могут или нет? А, они уже сразу пошли. Лады, давайте-ка заценим. Ох, какие мощные твари-то. Охренеть! Вы серьезно? Ну ни хрена себе! Чесали все мои ловушки. Я даже, блин, не знаю, что и сказать. Вот это номер. Так, срочняк, ребята, нахрен вооружаемся. Так, что у меня здесь есть хорошего за оружие? Это тент-терм-тем. Я не знаю, что и брать против этой хрени-то. Ужас-то какой. Что это у нас? БСК, да насрать, бери. Там что? ППШ.
МП7 подойдет. Бери нахрен эти гирки. Забейте болт. Сейчас нам так тут могут ставить люлей, что забуду, как меня зовут. Так, Иш, бери. Это что? АК, хороший, поломанный, бери. Пофигу. Вперед, ребята, я вас верю, вы успеете. Бьет простой ствол для исследований. Да бей ради бога. Что? Что, простите, он сделал сейчас? Давай, вали, валите. А вон второй идет, гад. Так, я не понял, а чем это у меня? Ой, там их двое. Ай-яй. Так, хорошо, хорошо, ребята, давайте этого. Так, друган, так, что, чем? Токсик спайк, господи помилуй, это что за нахрен такой? Вы серьезно? Что, блин, происходит? Откуда они могут стрелять? Потому что, мне кажется, я модов понатыкал столько, что аж мне дурно станет. Так. Ты, короче, иди нафиг лечись. Капец. Вот это сурово было. Я-то... Они все ловушки мои посхреначили. Это жесть. Я-то думал, они сейчас придут. Я спокойно их на этой полосе подберу. Подобрал. Такс. Еще один живой ходит, да? Серьезно, издеваетесь? Так, добивайте пока этого. И добивай того. А, все, эти мертвы, что ли? Какая ж ты злобная сволочь-то, а? Звездец. Так, отлично. Давай-ка еще аккуратненько вот так вот станем. А нет, а у тебя вот сюда вот. Так, а ты тогда пойдешь вот сюда. Бляха, сейчас попинаю. Я теперь понимаю, почему у него щит этот ему нужен. Он пока не попадает, да? Жесть. Вот это, блин, звездец.
Такого я что-то явно не ожидал. Так, пока на склад поставлю туши животных. Погоди. А гидролиз у нас что? Механоид, что ли? А, запрещено, блин. Я дятел. Перенести. А, понял. Перенести. Так, ладно. Это мясо, пусть оно пока хранится. Невозможно выполнить мало места. Сейчас буду думать что-то с местом, но слишком уж жесткий гидролизки. Блин, все ловушки счесали, ни хрена себе. А если их 30 штук придет, а чем мне их убивать-то? Ё-моё. Я что-то об этом как-то не подумал. Как говорится, I have a problem. Короче, сюда идти. Блин, так, а где еще один дятел? А он там плитку ложит. Нафиг плитку ложить. Иди к своим друзьям. Так, сейчас, надеюсь, мне повезет. В большинстве они своим подохнут здесь. Блин, я не успел ловушки восстановить. Давай этих со щитами вот так вот поставим. Да, ради бога, развлекайтесь. Да ни хрена их там. Ну вот еще ловушки есть, ребят, пас. Слушайте, если это все сломаете, знаете, мне проще будет по новой отстроить, ей-богу. Давайте, давайте. Что не так? Да, ребят, по одному ради бога. Или ради кого-то. Далеко стоят. Так, а он щит случаем этот не взяла? Не, ну пояс щит. Помогает хоть вообще?
Погоди, они с поясом, щитом чё? Не могут стрелять, что ли? Я не понял. Как-то не вижу я разницы. Вроде же до этого не стреляли. Ладно, хрен с ним, пусть там пробиваются. Надеюсь, мне вещей хороших принесли. Так, Прингел. Так, это... Танка. Так, все. Ну вот я сейчас что-то юмора не понял. Что конкретно не понял. Так, ладно. Вольт это нормальный. Полсинга экшела армии не очень понятно. В общем-то, я их, друзья, тогда сейчас поразбираю и посмотрим, что из себя что представляет. Блин, я их убиваю просто наповал. Да не есть хорошо. Хорошая даже. Ух ты, ё. Надо ловушки восстанавливать. Да это какой-то абзац. Какая дерево из стали, да идите нафиг, у меня дофига песчаника, у меня вот до усери, все с песчаника буду делать. О, мрамор тоже есть, можно с мрамора даже поделать. Но такой жесткий, я вам скажу, бой был, надо сейчас срочно ловушки ремонтировать, иначе я не переживу следующую атаку. Ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не знаю, что это за хреновина. Попробуем с ней справиться. На ловушек большинство не восстановлено было. Вот такие пироги. Понятно все. Ружье, ребята. Попробуем как-нибудь пообороняться. Некогда мне трупы тут собирать. Я начал морг новый строить. Все, капец. Просто капец. Жесть. Что это за хрени? Я, когда помню, играл, я не хотел с ними воевать. Но вот такие пироги. В общем, короче, вот вам пришли животинки, которые меня размесили. Ну, сейчас перезагружусь, к сожалению, их уже не будет. Может, кто-нибудь другой придет, может, никто не пройдет. Это совершенно генератор случайный, друзья. Как раз проверим новый морг. Вот он такой красивый. Ну, камни надо поубирать. Ладно, это потом поубираю. Вроде почти все ловушки были заряжены. Так, давай-ка я вот так вот сделаю на всякий случай. Вдруг кто-то сможет пробиться. Помедленнее можно. Ой, какие они все пугливые-то.
Хорошие автоматики, я смотрю. А, копье. Это что, дикари, что ли, которые? Да, ну их. Гудбай, гудбай. Сильные убежали. Но под конец все равно подожгли. Я вот обращаю внимание, что они под конец любят все поджигать. Так, ну ладно. Здесь с камнями я разберусь. С одеждой тоже. Так, стопы. Только сразу я их пораздеваю. Раздеть. Надо их раздевать, иначе это просто кошмар какой-то получается. Погоди, этот... Чё, в костюме химзащиты, что ли? Поход дел, да. Еще раз раздеть. А чё, шмоточки вроде неплохие. Пошли. Понял, как раз что за шмоточки. Нож кукри. Длинный лук. Ну так себе. Можно, как говорится, побаловаться с трейдерами, которые придут. Ил. Я даже не знаю, что это такое. Кирка. Они вот мне могут стены быстро проламливать, если кирками пользуются, кстати говоря. Уже обращал внимание на это. Так, здесь надо тоже вот эту территорию зачистить. Метеориты долбаные. Так, еще один налет. Я сейчас по-срочному просто изучаю технологии. В общем-то, определился, как лучше сделать. У меня по работе стоят все двойки. То, которое нужно, я просто... Вот, ученый поставил единицу, они начали его изучать. Потому что из-за этих трупов два раза туда-обратно пробежит. Все, они с ума сходят. Я не знаю, я думал... Когда я выставлял возможность псих, то есть это будет как-то насчет трупов меньше реакции. Но, блин, не знаю, Ганнибал, но Ганнибал жрет трупы. Тоже не вариант. Так, здесь почти все ловушки были приведены в действие, так что сильно бояться не стоит. От какого ж хрена, а? Серьезно, не на пролом пойду, да? Да вроде как нет. Вроде тупенькие. А, так тут закрыто блоком, и они не могут войти. Нет, могут. А. Давай-ка так. Вот так вот. Так, живая там хоть. Огнестрел, огнестрел. Ой, ерунда, слушай.
Просто полная ерунда. Так, а ты у нас не медик ли случаем? Конечно, медик. А ну-ка, давай ее. Раздевай. Я промолчу. Ты медик, раздевай. А вы доктор, да? Ну-ну. Ладно, подлечил ее, подхилил, она отойдет, проблем уже никаких не будет. Потеря крови, ну ладненько так. Ну, навоевались, конечно, с ними хорошо. Зараза, о, вроде хороший автоматик. Надо, короче, им оружие подбирать самостоятельно, на стройке надо лезть. Неохота, но придется. Какое-то не себе говно выбрали. Ну, спасибо, они хоть щиты как бы выложили. Но все-таки настройки вооружения у них это ужас какой-то.